До того, как Young Pimp стал известен, при первом знакомстве с Big Russian Boss'ом парни дико разругались и только спустя несколько лет сумели поладить между собой. До того, как Young Pimp стал известен, в школе мальчик фанател от популярной тогда совсем не рэп-группы Linkin Park. И до того, как Young Pimp стал известен, он вообще даже не мог и предположить, что его совместный проект с Big Russian Boss'ом сможет просуществовать больше года. Добро пожаловать на Tellbog.net, и сегодня мы расскажем вам о жизни Young Pimp до того, как он стал известен. Салют всем моим хоми, богомолу, Валькатрас, русский МС пьет лишь майский чай и вятский квас. Настоящее имя эпатажного рэпера в маске – Стас Конченков, о чем, собственно, свидетельствует его личная страничка ВКонтакте. Парень родом из Самары, на данный момент ему уже 25 лет, 14 из которых были посвящены рэпу. Вследствие того, что Young Pimp, как и его соратник Big Russian Boss, тщательно используют маскировку, широкой публике долгое время было неизвестно, как выглядит рэпер. Однако позже в сеть все-таки просочилась фотка с Пимпом без маски. Также ранее на YouTube попало его совместное с Боссом видео, где ребята еще выступали под старыми псевдонимами Lowrider и Slippa, совсем не скрывая своих лиц. Мы тоже в поисках, но дороги наверх, наверх. Ты нашел свой стиль, но это каменный век. Так кто же такой этот Young Pimp? Стас Конченков был обычным парнем, ходил в обычную самарскую школу, но уже в 11 лет случайно наткнувшись на музыку олдскульных Mobb Deep, мальчик понял, что это чисто его тема, и всерьез увлекся рэпом. Правда, в одно время он поддался модному влиянию и слушал Linkin Park, которые были безумно популярны, когда он учился в средней школе. Вероятно, Стас проникся любовью к Линкинам из-за наличия рэпа в их песнях, однако однообразная поп-рок-музыка быстро приелась, и он вновь переключил свое внимание исключительно на рэп. В 14 лет Стас даже записывал собственные треки, но треки школьника носили любительский характер и, конечно же, не приносили ему известности. Кстати, творчеством парень занимался не в одиночку, а с одноклассником, который в будущем станет известен как Богомол. Кокос, кокос, они любят это, плюс любят силу моего стоячего члена. Несмотря на полное погружение в музыку, Young Pimp находил время для других хобби. Одним из его увлечений было граффити. Нет, он не просто купил баллончик с краской и портил подъезды надписями наподобие «Цой жив», а вполне полноценно занимался этим уличным искусством. У него была команда, и он даже участвовал вместе с ней на фестивале «Урбания». Именно на этом ивенте у Стаса и его тимы произошел конфликт с другими граффитчиками. Или, выражаясь языком хип-хоп-культуры, случился биф. Соперничающий команд оказался Игорь Лавров, впоследствии известный как Big Russian Boss. Ю, здорово, сука, это большой русский босс. Игорь и Стас при первой встрече не на шутку разосрались и даже забили стрелу. Так что судьбоносное для парней знакомство началось отнюдь недружелюбно. И только тогда, когда Young Pimp учился в универе, спустя несколько лет ему вновь случайно удалось пересечься с боссом. Но на этот раз парни, найдя много общих тем, поладили и стали сотрудничать. Оказалось, что оба они увлекаются рэпом, поэтому решили объединиться и записывать треки вместе. Они аплодируют мне своим орехом. Сколько же шампанского вылито на жопы. Хейтеры завидуют. Пимп и босс-мажоры. Правда, поначалу они ничем особенным не выделялись. Взяв псевдонимы Lowrider и Slippa, ребята читали чисто пацанский рэп про улицы и жизнь. В той же Самаре, где они обитали на тот момент, подобных коллективов и так хватало, поэтому пробиться из андеграунда наверх было практически невозможно. Немного подумав, друзья решают приколоться, полностью поменяв тематику песен, музыку и имидж. Таким образом появляется совместный пародийный проект. У Стаса уже был ранний опыт записи треков в школе, где он играл над самарскими рэперками. Ну и Игорь оказался парнем с юмором, поэтому вместе они сумели не на шутку задать жару. Игорь стал Big Russian Boss'ом, взяв за образ пародию на Рики Росса, а Стас назвал себя Young Pimp'ом, вдохновившись уличным американским рэпом Атланты. Это шоу большого русского босса и пемпа. Лучшее, что есть в природе. P&H в никнейме первого означает Pimp and Hustler.
Типичные негритянские штучки. Однако мало кто полностью произносит этот ник, поэтому фаны зовут рэпера просто Young Pimp'ом. А мы в выпуске с Big Russian Boss'ом, который вам советуем посмотреть, звали его просто как есть, PNDH. Кстати, ребята вообще не заморачивались при выборе ников и действовали по принципу взять самое тупое угарное имя. Чтобы придать колорита образу, Young Pimp стал носить бандану с очками на лице, как чертов ниггер с Groove Street, которую позже сменил на уже узнаваемую сегодня маску. Что касалось песен, здесь парни тоже особо не заморачивались, а просто дали волю своему потоку сознания, трэшевому специфичному юмору и оторвались как следует. В день Young Pimp и Big Russian Boss смогли записать 10 треков, благо креатив из них так и пёр. В своих текстах Boss и Pimp высмеивали все подряд, подкалывали остальных рэперов и делали пародии на жизнь уличных гангстеров. My underground, здесь только брат за брата, брат. Руби-ка басту, чтоб качалось сильно. Для выкладывания своего творчества дуэт даже создал группу ВКонтакте для сливания своих треков. Однако, как признается сам Young Pimp, творчество было рассчитано на узкую аудиторию, для своих и для самарской рэперской тусовки. А сам проект, как они полагали, должен был выдохнуться уже где-то через год. Но творчество ребят стало цеплять аудиторию. Подобного еще не было нигде в России. Биты были сделаны действительно качественно, а тексты песен поклонники сразу растаскали на цитаты. Началом отсчета медийной карьеры, если это можно так назвать, можно считать появление ребят на местном шоу «Самара-Град». Young Pimp, а.к.а. 20 тысяч на запястье. Зашкварчик это был, конечно, еще тот, зато вышло весело. Местами. Моя мама, чтобы прокормить семью, торговала крэком. Позже ребята создают Big Russian Boss Show, некий аналог ток-шоу Урганта, только под YouTube. И эта идея заходит просто на ура. Но многие из вас, конечно же, задаются вопросом. А что этот неказистый молчун вообще делает в кадре? Как Депардье. Ну и такие дела. Нафиг он сдался на шоу Большого Босса? Да он же и двух слов нормально не свяжет. Что за овощ углу вообще? А тебе разрешили? Да. Я думал, ему позвонили. Серьезно. Алло, молодой сутенер. Да. Передай величайшему, что теперь можно. На самом деле все не так просто. Однозначно, Pimp не является предметом интерьера или просто мебели в данном проекте. Дело в том, что у парня просто офигенно получается писать крутые текста. Поэтому очень вероятно, что многие сценарные ходы и задумки в шоу – его рук дело. Тебе, кстати, удобно сидеться? Ну, так себе. Бля, пидоры. Также стоит заметить, что львиную долю текстов совместных с боссом альбомах написал именно Pimp, так как с рифмами у него дела обстоят намного лучше, чем у его напарника. И пускай это считается кем-то не трунига, факт остается фактом. И конечно же, команда шоу Большого Русского Босса нечто большее, чем просто два парня. На съемках обычно присутствует не менее 10 человек, но как именно и между кем там распределяются роли, нам, увы, достоверно неизвестно. С ростом узнаваемости Young Pimp и его коллега стали востребованными абсолютно везде. Последовали концерты, предложения о сотрудничестве, пиар в паблике МДК и сумасшедший хайп. Но это уже совсем другая история. А это была история Young Pimp'а до того, как он стал известен. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых отечественных и западных звезд. Также переходи по ссылке в описании и подписывайся на наш паблик ВКонтакте, где мы регулярно проводим голосование с выбором новых героев. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен.